Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские предприятия увеличили экспорт на 30%. Товарооборот региона со странами дальнего зарубежья за первый квартал текущего года увеличился на 28% к уровню аналогичного периода прошлого года. Его объем превысил 230 миллионов долларов США. Предприятия Кировской области в основном поставляют на экспорт удобрения, древесину и изделия из нее, древесный уголь, продукты неорганической химии, котлы, оборудование, механические устройства. В первом квартале Кировская область отправляла свою продукцию в 74 страны, в том числе в Бразилию, Финляндию, Ирландию, Китай, Бельгию, Соединенные Штаты, Казахстан и другие. Программа «Экономика». Руководителя предприятия судят за обман прокурора. На начальство в прокуратуру пожаловался один из сотрудников предприятия в Котельниче. Он сообщил о задержке зарплаты троим работникам. Долг составлял 14 тысяч рублей. Надзорный орган запросил у руководства предприятия документы, подтверждающие либо опровергающие факт нарушения трудовых прав. В них сообщалось об отсутствии долгов и была представлена платежная ведомость с подписями работников о якобы получении ими зарплаты. Но выяснилось, что сотрудники деньги не получали, а ведомость поддельная. Директору предприятия было внесено представление, направлено в суд 3 иска о взыскании долгов. Кроме того, на юридическое должностное лицо заведены административные дела за нарушение трудового законодательства. Предприятие оштрафовано на 42 тысячи. Возбуждено и уголовное дело по статье использования заведомо подложного документа. Экономика на 101 FM. В Кирове пройдет выставка «Товары и услуги. Ориентир на качество». Она будет проводиться 14 и 15 июня в филармонии в рамках регионального этапа конкурса программы «100 лучших товаров в России». Кировские предприятия продемонстрируют товары и услуги, в том числе заявленные на участие в конкурсе. Посетители смогут попробовать продукцию продовольственных предприятий, поставить ей оценки. Продукция, набравшая большее количество голосов, будет награждена. Кроме того, состоятся бесплатные мастер-классы по изготовлению народной вятской куклы, лепки игрушек из глины, плетение кружева на коклюшках. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 57 рублей ровно, курс евро 63,79. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.